все перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вируса, бактерии, не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. Во вторник в Самарской области будет пасмурно и дождливо. Ожидается потепление. Температура днем 6-8 градусов выше 0, ночью плюс 2, плюс 3. Ветер усилится. Юго-западный будет дуть со скоростью 5-8 метров в секунду. В Сызрани тучи и продолжительный дождь. Днем плюс 6. В темное время суток 2 выше 0. Юго-западный ветер, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо и дождь. Днем плюс 6, ночью плюс 2 градуса. Юго-западный ветер 7 метров в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет небольшой, но продолжительный дождь. В дневное время плюс 5, ночью дождь и плюс 2 градуса. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 88%. Малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.